Каждая девушка мечтает о том, чтобы ей подарили миллион алых роз. Мне надоело ждать, и раз цветы не идут ко мне, я решила прийти к ним. Сабина тоже устала ждать и пришла вместе со мной. Да, Сабин? Смотрите, у меня уже есть мой именной агрегат для сборки уже срезанных цветов. Мы срезаем ретноуми, вот полуоткрытые, не сильно закрытые, полуоткрытые, на один этот пенечек вниз. Срезаем, листья подрываем до половины. Вот так. Цветы как дети. Им тоже необходимо забота, тепло и любовь. Автоматизированная система позволяет круглосуточно поддерживать необходимую температуру. Территория 2 гектара, 13 сортов роз. В день в среднем срезается 15 тысяч цветов. Теплица построена по голландской технологии и соответствует всем мировым стандартам. Я лично в этом убедилась. Ди продолжает убеждаться. После того, как цветы срезаются, их отправляют на сортировку. Let me tell you about this girl I know. First glance, damn, she stole my heart. She amazes me. Way she moves, just the way she moves. Hold me back, just the way she moves. Take me to the disco, make me dance. Oh, honey, spinning round like a queen. Между прочим, это не так уж легко, кажется, на первый взгляд. Можно уколоть себя. Это очень больно, кстати. The rose, growing of roses in Kazakhstan is good. There is enough of sunlight. Temperatures are good. Summer temperatures we can make good in winter time with boiler and greenhouse. Comparing with other countries, we have much more sun here, so we can grow good quality of roses. После сортировки и упаковки цветы отправляются в воду и хранятся здесь в холодильнике в течение суток, а уже затем отправляются на продажу. Экспорт. Скоро они отправятся в Россию. Совсем скоро в Алмате и в Астане появятся такие домики с голландскими розами. Вот такую вот красоту можно приобрести в 10 магазинах в Алматы и в 5 в Астане. Высота стебля розы варьируется от 50 сантиметров до метра. Минимальная стоимость розы в наших магазинах 180 рублей.